В утренний час, когда многие кыргызстанцы выезжали из своих домов на работу, председатель кабинета министров Акылбек Джапаров во главе делегации Кыргызстана вылетал в Туркменистан для участия в очередном заседании Совета глав правительств СНГ. В этой рабочей поездке главу кабинета министров сопровождали министры ключевых ведомств. По информации исполнительного комитета СНГ, на повестке дня заседания 12 вопросов. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов уже провел встречу с генсеком СНГ Сергеем Лебедевым и обсудил подготовительную работу к заседанию. Основными направлениями сотрудничества в рамках СНГ по-прежнему остаются экономика и торговля, энергетика, транспорт и коммуникации, научно-образовательная, культурная и спортивная сферы. Немного подробностей о спортивной повестке дня. Планируется, что на предстоящем заседании Туркменистан выступит с инициативой объявить Ашхабад городом новых спортивных возможностей Содружества и вынесет на рассмотрение и подписание Совета соответствующий проект решения. В числе других документов для обсуждения, как сообщает исполком СНГ, проект концепции сотрудничества в сфере энергетики и план мероприятий по ее реализации, а также план действий по оптимизации инфраструктуры и развитию международных транспортных коридоров СНГ. Напомним, что в прошлом году Кыргызстан был председателем в органах СНГ. 26 октября в Бишкеке также прошло заседание Совета глав правительств стран Содружества. Тогда на заседании было подписано 20 разносторонних документов, а председатель кабинета министров Акылбек Джапаров акцентировал внимание участников на развитии торгово-экономических связей между нашими странами. Так, 8 июня в городе Сочи мы вместе с вами подписали важнейший документ – соглашение о свободной торговле услугами, учреждении деятельности компании, осуществлении инвестиций, которое, несомненно, будет способствовать дальнейшему расширению охвата экономической интеграции, использованию растущего значения сферы услуг для развития экономики СНГ. И уже на предновогоднем заседании Совета глав правительств СНГ 18 декабря в Москве Акылбек Джапаров подчеркнул, что наша страна будет и в дальнейшем выступать за укрепление сотрудничества, за развитие доверительных и дружественных отношений между нашими странами. Кратко подводя итоги председательства Кыргызстана в СНГ, прежде всего хотел бы отметить, что главный акцент нашей работы был сфокусирован на укреплении доверия и безопасности в регионе, создание условий для расширения экономического партнерства, повышение авторитета Содружества. В этом году председательствует в органах СНГ Российская Федерация. О том, как будет проходить предстоящее заседание Совета глав правительств, а также об основных тезисах из выступления председателя кабинета министров Акылбека Джапарова, мы расскажем вам непосредственно из Ашхабада. Следите за новостями в прямых эфирах нашего телеканала, также на нашем YouTube-канале «Эльтер Маалымат» и в социальных сетях. Мадина Низамова, Аскар Маратов, Эльтер, Бишкек.